Осенние каникулы самарские школьники должны проводить дома. Из-за пандемии их привычный досуг ограничен. Согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, несовершеннолетним нельзя находиться в торговых и развлекательных центрах без сопровождения родителей или законных представителей. Ежедневно сотрудниками администрации Советского внутригородского района совместно с сотрудниками отдела полиции номер 3 и представителями комиссии по делам несовершеннолетних проводят рейды, где проводят профилактические беседы с несовершеннолетними, разъясняя нормы постановления, и составляются протоколы, но это уже в крайних вынужденных мерах случаях. Основная задача рейда не в том, чтобы составить как можно больше протоколов, а в профилактической работе, отмечают в инспекции по делам несовершеннолетних. В случае выявления таких детей в торговом центре, на фудкортах, в торгово-развлекательных центрах, такие дети у нас, если они достигли возраста привлечения к административной ответственности, на них будет составлен административный протокол по статье 20.6.1, который будет направлен на комиссию по делам несовершеннолетних. Если младше 16 лет, то с такими несовершеннолетними у нас проводится профилактическая беседа. Также приглашаются законные представители в отдел полиции, с которыми также будет проведена профилактическая беседа. Административное дело в отношении подростка, достигшего 16 лет, направляется на рассмотрение в суд, где ему могут выписать штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. В случае, если подросток моложе, протокол составят на законных представителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С момента начала удлиненных осенних каникул проведено уже 11 рейдов, по результатам которых составлено 24 протокола.